минут 20 назад. Что с ней? Вероятно, коллапс. Мы привезли сюда, потому что в медицинской карте указано ваше имя. Да, Татьяна Яковлева. Я ее лечащий врач. Немедленно в реанимацию. Угу. Может, лучше на компьютере, а? Лёшенька, ты же знаешь, я не доверяю машине. Ну, посмотри, как красиво получается. Нам скорость нужна, а не красота. Через месяц конкурс. Если опоздаем, опустим проект. Старик, был ли хоть один проект, из-за которого ты бы не переживал, что мы не успеем? Нет, не было. Но мой самый прекрасный на свете муж всегда боится опоздать. А был ли хоть раз, чтобы мы не успели? Нет, не было. Вот с вами невозможно спорить, вы всегда заодно. Да мы с тобой заодно, глупый. Правда, Игорь? Сладкая парочка, хватит нежности. Я завидую. А ты не завидуй, у тебя тоже есть шанс найти такую замечательную жену, как Аня. Просто перестань бегать за каждой юбкой. Знаешь что, ты не дразнись. Вот возьму и отобью тебя Аньку. Будешь знать тогда. Наивный, он думает, что меня можно отбить. Что? Ха-ха. Он же не знает, что я любила, люблю и буду любить только тебя. Ну посмотри, как красиво получается. Вот здесь будет компьютерный зал, да? Угу. Там поселится Илюшка. Здесь будет магазин музыкальных дисков. Здесь аксессуары, там Лиза будет пропадать. Слушай, ты как будто строишь для всей своей семьи. Ну, а нас так и учили строить, как для себя, и всем понравится. А в книжном обязательно понравится Танюшке. Кстати, как она? Замечательно. Она же начала принимать новые лекарства. И оно просто творит чудеса, так что очень скоро моя сестреночка поправится. Алло. Анна, к нам в больницу поступила ваша сестра. Что? Срочно приезжайте. Да, мы сейчас приедем. До свидания. Таня в больнице. Ну, как она? У вашей сестры резкое ухудшение. Почему? Ведь вы же сказали, что эти таблетки помогут. А вы уверены, что она принимает именно этот препарат? Конечно. Конечно, я слежу. Да в этом нет необходимости. Танечка сама очень хочет поправиться и все принимает строго по схеме. Странно. А если судить по ее состоянию, то я бы сказал, что она принимает что-то другое. Я не знаю, что произошло. А можно мы к ней? Ну, пока нельзя. Она в коме. Алексей Юрьевич, Тамару Андреевну я отвез, она с детьми, так что вы не волнуйтесь. Спасибо, Володя. Как Татьяна, что врачи говорят? Пока ничего конкретного, но похоже мы здесь надолго. Так что ты не жди, езжай домой. Да мне-то что? Если бы я помочь мог, а так хоть домой вас отвезу. Как закончим, такси возьмем. Ладно, езжай домой, я завтра позвоню. Ладно, я тогда поехал, а вы это, держитесь. Спасибо, Володя. Я не могу ее потерять, Леша. Ты ее не потеряешь, врачи помогут, она выкарабкается. Ты же знаешь, она мне как мой старший ребенок, как Лиза, как Илюша. После смерти мамы я всегда о ней заботилась, а сейчас ничего не могу сделать. Сожалею, мы сделали все, что могли, но вашу сестру спасти не удалось. Примите соболезнования. В заключении говорится, что смерть наступила вследствие аллергической реакции на принимаемые препараты. Произошел отек внутренних органов, в том числе головного мозга. Я изучил все документы и думаю, что мы можем подавать в суд на владельца фармацевтической компании, так как именно он несет ответственность за то, что не сделал предупреждение о возможной аллергической реакции. А почему на владельца, а не на саму контору? Если коротко, то фирма может объявить себя банкротом, а ее владелец
быстро перепишет фирму на кого-нибудь другого. Понятно, ясно. Хочу сразу вас предупредить. На моей памяти еще никому не удавалось выиграть процесс против медицинской или фармацевтической компании. Сложно доказать то, что можно опровергнуть. Ну почему? Я не понимаю. Ведь есть же заключение экспертов. В суде мы будем доказывать то, что смерть наступила от лекарств. То есть от причин внешних. А юристы компании будут доказывать обратное. Что смерть наступила от причин внутренних. Таких как слабое сердце, хроническая болезнь или даже не та группа крови. Это их привычная практика. То есть мы наверняка проиграем? Нет, почему? Шанс у нас есть. Мы будем бороться. Если, конечно, вы не передумаете. Нет, мы не передумаем. Мы хотим, чтобы виновный в смерти моей сестры был наказан, и чтобы не было других жертв. Я думаю, что вместе с уголовным делом мы будем подавать гражданский иск о возмещении ущерба. Да вы поймите, мы не из-за денег все это затеяли, мы просто хотим, чтобы больше никто не пострадал. И если эту фармацевтическую компанию закроют, будет только лучше. Хорошо. Тогда встретимся в суде. Нет, ну у меня просто в голове не укладывается, а? Ну как юрист фармацевтической компании мог допустить, чтобы дело дошло до суда? Я не знаю. Ну ничего, я его уволил. Причем по статье, вот пускай он теперь с такой трудовой куда-нибудь попытается устроиться на работу. Вот болван, а? Я вас пригласил не для этого. Я хочу, чтобы вы, как мой адвокат, представляли меня в суде. Прежде я хотел бы прояснить некоторые моменты. Вы проводили тесты, прежде чем пустить лекарство в продажу? Ну что за вопрос? Ну разумеется, 3 года. Понимаете, 3 года ушло на тестирование. Вы знали о побочных эффектах? Да какая разница, знал, не знал. Меня не первый раз собираются развести на деньги. И стоит только заплатить, и все, сразу все претензии куда-то исчезают. Они ж попросили денег. В том числе. Ну вот видите. Я ездил в Приморск. Вот заключение экспертной комиссии. Здесь указано, что смерть женщины наступила в результате приема ваших лекарств. А кто сказал, что она принимала только наше лекарство? И что именно оно вызвало такой эффект? Истцы отдали лекарство на экспертизу в независимую лабораторию. Вот результат. Это ж явно. Или подделка, или их подкупили. Надеюсь, вы это не заявите в суде. Я что, похож на идиота? Вы мне лучше скажите, что вы намерены предпринять. Я рекомендовал бы вам все уладить полюбовно. Сходить к семье умершей, выразить соболезнования, предложить денежную компенсацию. Может быть, вам удастся уговорить их забрать заявление? Нет, они могут взять деньги, а потом передумать. Лучше договориться с судьей. Не понял? У вас есть выходы на судейскую коллегию там, в Приморске? Поищем? Поищем? Поищет он. Найди быстро, я тебе за это деньги плачу. Ну ничего. Я их заставлю принять мои условия. Доктор, ну что? У меня что-то серьезное? Серьезное? Вы беременны. Что? У вас будет ребенок. Я вас поздравляю. Не может быть. Нет, ну это точно, вы не ошиблись? Не ошиблась. Я же вам говорила, не отчаивайтесь, наберитесь терпения. Иногда женщина 20 лет не может забеременеть, а потом вдруг это происходит. Организм сам знает, когда готов. Нет, ну мы с мужем 8 лет пытались завести ребенка. Что мы только не делали, бабки, травки, святые места. У вас 3 месяца задержки, можно было бы догадаться. Ну, я думала, это какой-то сбой в организме. Вы абсолютно здоровы, но все-таки, я думаю, нужно было бы лечь на сохранение. А что, у меня есть угроза, да? У вас небольшой тонус, это не страшно. Но, учитывая негативный опыт и возраст, лучше перестраховаться. Но я не хотела бы ложиться в больницу. Я думала, мы будем все вместе, я, муж и ребенок. В принципе, я не против, если вы будете осторожны. Я сделаю все, что вы скажете. Хорошо, тогда, во-первых, сдадим вот эти все необходимые анализы. И во-вторых, конечно же, соблюдать режим. Отдых, диета и никаких резких движений. Я вас поняла.
И главное, никаких волнений. Господи, я беременна. Ну что, ты назад в лабораторию? Да, поеду. Проверить нужно последнее исследование. Слава, только не так, как в прошлый раз, хорошо? А то, понимаешь, понаписали 3 листа побочных эффектов. То ж наше лекарство с таким списком купит. Да не волнуйтесь, Михаил Васильевич. В этот раз мы все предусмотрели. Сотрудники все предупреждены. С них взята подписка, а не разглашение тайны. Ну, а несговорчивого профессора мы уволили. Так что, думаю, беспокоиться вам не о чем. Ну, вот и чудненько. Ладно, я домой. К жене под крылышко. Угу. До завтра. До завтра. Хорошего вечера. Скажи, песничка. Милая, я дома. Добрый вечер, дорогой. Солнышко мое, я так люблю, когда ты меня встречаешь. Мишенька, у меня сегодня для тебя новость. Хорошая? Ты даже не представляешь, насколько. Я еле удержалась, чтобы тебе на работу не позвонить. Наташка, не томи. Миша, у нас будет ребенок. Подожди, ты серьезно? Это не шутка? 3 месяца, Миш. Наташка, это же чудо! Наташка! Это настоящее чудо! Это надо отметить! Тебе плохо, да? А? Где твои таблетки? Миша, ты как? Прости, что напугал. Все хорошо, прошло. Это ты меня прости. Я не знала, что тебе хорошие новости. Надо аккуратно сообщать. Наташка. Ну, 3 месяца. Ну, почему ты мне ничего не говорила, а? Миш, ну я не была уверена. Думала, ну мало ли, там задержка какая-то. А сегодня сделала УЗИ, и все подтвердилось. Я очень люблю тебя. Ты даже не представляешь, как я счастлив. Я представляю, Миш. Потому что я чувствую то же самое. Милая, ну все, готовься к переезду, наш же дом я продал. В смысле? Как продал? Зачем? Затем, что ты будешь рожать в Англии, никакого совка. Смотри, какой особнячок присмотрел. В пригороде Лондона. Смотри, какой красавец. Нравится? Очень. А к чему такая спешка? К тому, милая, что я хочу, чтобы ты наблюдалась у лучших специалистов, понимаешь? А кто будет в нашем доме жить? Гавриловы, ты же знаешь, наш дом им всегда нравился. Завтра они переведут деньги, я их сразу внесу за наш новый дом, ты довольна? А как твой бизнес? Тут все давно налажено, милая. Так что можно спокойно переезжать, а бизнес можно вести из-за границы. Мишенька, я всем довольна. Лишь бы только быть рядом с тобой. Ну, а не открыть ли нам по этому поводу, а? Бутылочку старого доброго Соня Деро коллекции 1975 года. У нас осталось? Да-да-да-да! Последнее? Но повод стоит того, м? Подожди, а тебе в таком положении алкоголь можно? Ну, ты знаешь, я думаю, пару глотков не навредит. Давай тогда выпьем за начало нового этапа нашей жизни. М? Хватит уже, Зольда, ненасытная.
Алексей Юрьевич, вот и завтрак. О, Тамара Андреевна, спасибо большое. Варенье ваше любимое. Да, это самое вкусное варенье в мире. Я детей сейчас позову и Анечку. Аня спит еще, хотя рано легла, но, видимо, после работы устала. Знаете, Алексей Юрьевич, это, конечно, не мое дело, но мне кажется, что Аня слишком много времени проводит на работе. Она после смерти Танечки не может никак в себя прийти. Я ей говорил уже, но она и слышать ничего не хочет. Работа ее отвлекает. Ну, конечно, ей видней, но дети-то мать совсем не видят. Они же все время со мной. На вас весь дом, я не представляю, что мы без вас делали бы. Это моя работа. Это не так. Вы для нас родной человек, и не думайте, что мы с Анной и дети это не ценим. А вот и дети. Доброе утро. Доброе утро. Детки, идите ко мне. Иди сюда, мои хорошие. Все, быстро завтракать. Давай. Давай, садимся. Тома, мне папа велосипед купил. Да ты что? Ага. Не Тома, а тетя Тома. Я тебе сколько раз говорил. Да ладно, Алексей Юрьевич, мне даже приятно. Я так себя мало уже чувствую. А что за велосипед-то, двухколесный. Да. А мама обещала научить меня на нем кататься. Да ты что? Да, это лучше, чем сидеть за компьютером, зрение портить. Очень вкусно. Так, возьми вареница. Спасибо. С вареницем еще вкуснее. Оп. А хочешь, и тебя научу готовить? Вот тебе. Опа. Обязательно, и только тебе как-нибудь в другой раз, хорошо? Ничего никогда не откладывай на другой раз. Девушка обязана просто уметь готовить, шить и вязать. Тетя Том, это было в прошлом веке. Сейчас самое главное знать компьютер и немножко побыстрее думать. Том, тетя Том, а ты в прошлом веке родилась? Ну, в общем... Так, молодежь, успокоились. Ты знаешь, в прошлом веке, когда кто-то рот открывал за столом, его наказывали. А как? Иди сюда. Вот так. Понял? Доброе утро. Привет. Доброе утро. Что за шум? А драки нет? Да это у нас папа показывает методы воспитания в прошлом веке. Да, и что за методы? Спасибо. Сейчас покажу. Вот так. За что, что меня так? За то, что со столом нельзя разговаривать. А чаю можно? Конечно. И варенье. Лиза. Лиза, ну вот ты даже под присмотром умудряешься заниматься чем угодно, только не уроками. Мам, ну я же тебе говорила, что мне намного удобнее делать домашку у себя в комнате, потому что тут на свежем воздухе у меня просто не... Вот именно, что тут на свежем воздухе. Мам, можно спросить? Лишь бы не учиться? Ну, мам. Да, конечно, можно. У меня в классе есть девочки, которые всю дорогу до меня докапываются. Ну, что за выражение «докапываются», а? Ну, хорошо, пристают. Вероника? Да, ее друзья. Что мне делать? Да сделай вид, что их не замечаешь. Им надоест, они отстанут. Надоест, отстанут. Это их еще только больше взбесит. Ну, я не знаю тогда. Поговори с классной или с директором. Чтобы на следующий день вся школа обсуждала, какая я ябеда? Да почему ябеда? Ну, хорошо, хочешь, я с ними поговорю. Да меня все засмеют, то, что я пожаловалась маме. Да почему пожаловалась-то? Ну, ты рассказала, это нормально. Нет, мам, это ненормально. Лиза! Лизонька, как дела? Инспектор Спиридонов, ваши документы. Понятно. Без прав. А с Лизой что? Да не знаю, ничего хорошего. Но она у меня помощи попросила, а я дала ей какой-то дурацкий совет. Ну, не переживай трудности переходного возраста. Загораются как спички и быстро остывают. Я вообще соображаю плохо в последнее время. Думаю только про эти слушания в суде. Ты не думай. Скоро все закончится.
яблоко. Не думай ни о чем, не переживай. Папа, там на дереве яблоко выросло. Можно я сорву? Яблоко выросло? Ага. Оу, так нет, это же первое яблоко в нашем саду. Скоро. Илюш, иди сюда, иди сюда. Вот, обиделся, а. Да через год-два целый яблоневый сад будет. Ой, я вот только сейчас понял, какой я молодец. Смотри, мужик в своей жизни должен три вещи сделать. Построить дом, я построил. Посадить дерево, я посадил, и не одно. Родить сына, родил. Вон, посмотри, какой красавчик. Ну, во-первых, рожал не ты, а я. Ну, а дом, да, дом построил прекрасно. Ой, пойду еще построю на компьютере. Ну, я пошел. Я тоже хочу играть на компьютере. На компьютере я не играть, я работать иду. Сына, все, лапуля. Мам, научи меня кататься на велосипеде. Давай не сегодня, а? Мама очень занята. Ну, мам. Ну, Илюша, правда, у мамы очень много работы. Ты всегда работаешь. Ты меня на велосипеде не учишь кататься. Компьютер не разрешаешь играть. Я не разговариваю с тобой. Ну, Илья, ну... Ну, хорошо, поехали. Илья. Проглот. А где дети? Убежали к себе. Я им даже про пирог ничего не успела сказать. Обиделись они на меня. Но они правы, я совершенно не уделяю им времени. Скажите, я плохая мать? Да ну что ты, Анечка? Ты замечательная мать. Но детям больше нравится быть с вами, чем со мной. Ты в этом не виновата. Жизнь такая. Спасибо вам. Спасибо, Тамара Андреевна, что столько времени проводите с Лизой, с Илюшей. Честно говоря, я не знаю, что бы я без вас делала. Завтра суд. Может, я зря это затеяла? Держись, моя дорогая, держись. Наташенька, милая, как ты себя чувствуешь? Береги себя, хорошо? И самое главное, тяжести не поднимай. Да ничего, ничего, Гавриловы подождут. Я тут быстро все улажу и вечерним рейсом в Москву. Да ты не волнуйся, это обычное судебное слушание. Давай, до встречи. Увидимся дома. Пока. Ну что там у нас? Я со всеми договорился. Решение будет в нашу пользу. Ну а меня-то было зачем тащить такую даль? Ну это же уголовное дело. Поэтому присутствие обвиняемого, то есть ответчика, обязательно. Я надеюсь, на вечерний рейс не опоздаем. Так, я не понял, почему мы так медленно едем? Да вон впереди урод, занял середину дороги, еле тащится. Ну так давай, сделай что-нибудь. Или что, мы так будем тащиться за ним до утра, что ли? Так можно и в суд опоздать. Давай, обгоняй. Ты чё, урод, права купил, что ли? Вы что творите? Ты как ездишь, а? У меня водительский стаж 30 лет. На трамвае? Я тебе сейчас вызову сотрудников ППС. Пусть составляют протокол по факту ДТП. ППС, ДПС, хоть МЧС, вызывай кого угодно. Разберемся. Вы что себе позволяете? Граждане, вы видели? Да, будете свидетелями. Уважаемый, они не будут свидетелями. Потому что свидетели долго не живут. Это так, цитата. Удачного тебе дня, дедок. Поехали, время, деньги. Чё-то судьи долго нет. Я нервничаю. Что-то судья задерживается. Да, ну и порядки в этом захолустье. А для меня сейчас время, деньги.
Тише. В суде так не положено. Да мне плевать. Непростой товарищ. Ты точно договорился с судьей? Самого судью я не видел, но люди заверили меня, что все будет хорошо. Всем встать, суд идет. Ну, наконец-то, слава богу. Свидетели долго не живут. Боже, да это же... Ну-ну. Все под контролем. Я так понимаю, сторона ответчика? Угу. Хорошо. Похоже, мы сегодня успеем рассмотреть сразу несколько дел по отношению к обвиняемому. Уголовное и гражданское. Возражения есть? Обычно рассмотрение уголовного дела занимает несколько дней. А у нас еще гражданский иск к истцу. Подождите, я не понял, а что, судья куда-то торопится? Гражданские дела. Мы провели анализ таблеток и выявили в их составе сильный аллерген. Такой аллерген способен вызвать отек внутренних органов? Конечно. Если человек страдает аллергией. Ваша честь. В медицинской карте умершей значилось, что она страдала хронической аллергией. Об этом знала ее семья. Об этом знал лечащий врач. И вот если бы производитель таблеток удосужился написать о противопоказаниях в инструкции к лекарству, ей бы его просто-напросто не прописали, а назначили бы другой препарат. Попрошу приобщить это к делу. Передайте. Да, конечно. Ваша честь? Господин судья. Пациентка с таким серьезным заболеванием могла умереть по причине собственной болезни, а не из-за действия лекарства. Вы хотите сказать, что если умершая была тяжело больна, ее вообще не надо было лечить? Нет, я хотел сказать... Подсудимый, почему в противопоказаниях не был указан побочный эффект? Господин судья, все побочные эффекты и противопоказания, которые были выявлены в результате тестирования, подробно описаны в инструкции. Вы указали не все. У нас на руках имеются неопровержимые доказательства. Ваша честь, вот результаты тестов. В них говорится о массе побочных эффектов, не указанных в инструкции. И здесь также стоит подпись владельца компании, нашего обвиняемого. Это доказывает, что он знал о возможных осложнениях, но скрыл их. У меня все, ваша честь. Прошу приобщить это к делу. Девушка, да? А подскажите, пожалуйста, у вас есть какие-нибудь книги по воспитанию новорожденных? Понимаете, я собираюсь стать мамой. А, да, конечно. В конце зала правый стеллаж. А может быть, вы сами что-нибудь посоветуете? Что берут обычно? Обычно берут Бенджамина Спока. Спасибо. Отнесите на кассу, я пока книги посмотрю. Спасибо. Хорошо. До объявления приговора в заседании суда объявляется перерыв. Похоже, мы выиграли. Да. Будем надеяться. Давай выйдем на улицу. Подышим. Да. Ну. Где твои проплаченные люди, а? Кто мне обещал, что суд будет в нашу пользу? Я не знаю, меня заверили. Звони. Быстро. Немедленно. Шоу.
Да, родная. Я сейчас такой классный пуховичок купила для девочки. Да, но я понимаю, что у нас может быть мальчик, но он такой красивый, я не смогла удержаться. А потом после мальчика у нас же с тобой еще может быть и девочка. У нас же с тобой много детей будет, правда? А как у тебя дела в суде, все нормально? Натуля, у меня все хорошо, ты не переживай. Только ты не покупай вещи, а собирай, хорошо? Я приеду, и мы сразу уедем. Виза уже готова. Закончится суд, я тебе перезвоню, хорошо? Хорошо, дорогой. Пока. Неужели мы выиграем? Просто не верится. Похоже на то. Судья чего-то сильно взъелся на подсудимого. Слышал, как он с ним разговаривает. Впрочем, нет ничего удивительного, Михаил ведет себя по-хамски. Простите, я подошел к вам, чтобы выразить вам свои соболезнования. Вы потеряли близкого человека. Благодарю вас. Ваша сестра, наверное, долго болела. Понимаете, я сам сердечник, поэтому и решил заняться фармацевтикой. Хотел помочь людям. Скажите, а почему вы уверены, что ваша сестра скончалась именно после приема наших лекарств? А вы что, не слышали, что сказали эксперт и прокурор? Ну, эксперты иногда ошибаются. Слушайте, давайте, может, выйдем на улицу, обсудим, так сказать, все в тесном кругу. А, нет-нет, мы с вами ничего обсуждать не будем. Если у вас есть какие-то вопросы, решайте их с нашим адвокатом. Что случилось? У меня есть серьезное предложение. Спасибо, нас оно не интересует. Пойдем. Пойдемте. Почувствовал, что жареным запахло. Ну что? Они не берут трубку. Что? Трубку не берут. Вот уроды, а! Признать виновным Волошина Михаила Васильевича по части 2 статьи 109 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима. Удовлетворить исковые требования семьи Резниковых и взыскать с Волошина МВ денежные средства в размере 10 миллионов рублей. Приговор может быть обжалован в Верховном суде в течение 10 дней с даты оглашения данного решения. Председательствующий судья Сухарев Андрей Викторович. Прошу разрешения отпустить моего клиента под залог. Ваша честь, возражаю. Нам стало известно о намерении подсудимого с семьей выехать за границу. Постановляю в залоге отказать и заключить подсудимого под стражу в зале суда. Заседание закрыто. Ну, Анютка, дорогая, я тебя поздравляю. Пойдем. Вытащи меня отсюда, слышишь? Вытащи любым способом. Позвони жене, она достанет деньги. Подожди, командир. Не говори ей всего. Ей нельзя волноваться, слышишь? Ей нельзя. Как посадили? Он же мне сказал, что у вас там все нормально, что это обычный денежный иск. Заплатите, и его отпустят. Наталья Федоровна, видите ли, дело не совсем так. А Михаил Васильевич не хотел вас расстроить. Вы не волнуйтесь. А все еще можно подать апелляцию. Подождите, подождите, нет, подождите. Я ничего не понимаю. Мой Миша что, он арестован? Если бы это дело рассматривали в Москве, был бы иной исход. Тут Михаила знают, и меня, а там мы чужие люди. Хорошо. А если эта ваша апелляция не поможет, тогда что? 3 года тюрьмы. Если не появится, еще пострадавший. А если появится, будет увеличен еще срок. Нет. Нет, этого не может быть. У него же сердце больное. Он не выдержит. Подождите, что делать? Так, если мы скажем судье, что я беременна, он может как-то поменять свое решение? Это не имеет значения. Кстати, иск о взыскании денежных средств в пользу истцов суд удовлетворит незамедлительно. Что это значит? Деньги снимут со счетов Михаила.
У вас есть собственные средства? Нет. Все записано на Михаила, даже деньги от продажи дома мы перевели ему на счет, думали, так надежнее. Могу только посочувствовать. И попрощаться. К сожалению, больше вам ничем помочь как не могу. Как попрощаться? Куда вы? Если дело касается вашего гонорара, я вам его увеличу. Скажите, сколько я заплачу? Да дело не в деньгах, а в моей репутации. Да в какой репутации? Нет у вас никакой репутации. Вы предали моего мужа, а он так на вас рассчитывал. Убирайтесь отсюда! Мы сами разберемся. А теперь о главном событии. В нашумевшем процессе семьи Резниковых против московского олигарха, владельца фармацевтической компании «Долгая Вита» Михаила Волошина появились новые фигуранты. Пострадавшие от деятельности нечистоплотного бизнесмена подали иски, общая сумма которых уже составляет сотни миллионов рублей. Все счета Волошина арестованы. На заводе, выпускающем лекарства, ведется проверка. По другим темам. В Приозерске продолжают контролировать... Неужели человека совесть не мучила? Парковки. А далее на нашем... Ведь он же выпускал лекарства, которые не просто не помогают, которые убивают людей. Думаю, это его не волновало. Главное для таких людей – прибыль. Как будто он близких никогда не терял. При всем уважении к вам, я не могу переписать на вас имущество задним числом. То, что вы предлагаете, незаконно. Но вы понимаете, хороший адвокат, он стоит больших денег, а у меня их сейчас нет. Но хотите, Михаил лично вам подтвердит, что он не возражает, чтобы вы все на меня переписали? Я понимаю вашу ситуацию, но я не могу. Я не хочу лишиться лицензии и свободы. Извините. Привет. 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 Как дела? О, у тебя уже такое пузико. А вы что, вещи не перевезли? Ну вы чего, мы же договаривались, а? Ребята, заноси. Жень, это что? Да вы дом должны были освободить неделю назад. Ну ты же знаешь, Миши нет в Москве. Знаю. Посадили твоего Мишу. Жень, ну это недоразумение. Скоро все прояснится, и Мишу обязательно освободят. Ну разреши мне подождать его здесь, пожалуйста. Здрасте. Нам что, 3 года ждать, что ли? И вообще, деньги вам за дом сразу отдали? Вон, посмотри сама. Он теперь наш. Я подаю апелляцию. Мишу обязательно освободят. Слушай, Натах, мы тебе сочувствуем, но ничего сделать не можем. Мы уже продали свою квартиру. Нам что, на улице жить? Поэтому будь добра, освободи жилплощадь. Ну чё копаетесь, чё копаетесь? Да мы стараемся. Давайте скорей, ну! Вот вижу тебя, и мне сразу легче. Как ты? Хорошо. Вчера была на УЗИ. И что? У нас будет мальчик. Мальчик. Какая ты у меня умница. Почему ты выглядишь такой уставший? Мишенька, прости меня. Но я не смогу тебя вытащить отсюда. У меня нет денег на адвокатов. У нас все счета заморожены. Попроси в долг у Дорофеевых. Скажи, выйду отдам. Я просила у Дины. Просила у всех наших друзей. Они все отказали. Миша завод продают. Деньги пойдут пострадавшим. Подожди, а машины, они же на тебя записаны. Машину я продала, Миша. Рассчиталась с адвокатом и сняла себе квартиру. Что? Подожди. Что значит сняла? Гаврилова меня выставили. Что? Миш, тебе плохо? Мишенька, у тебя есть таблетки? Миша, у тебя есть здесь таблетки? Миша! Охрана! Охрана! Человеку плохо! У него сердце больное! Вызовите ему скорую! Черт, а! Нет!
Здравствуйте. Лежите, лежите, вам нельзя двигаться. Доктор, как мой сын? Что с ним? Послушайте, к сожалению, мы не смогли спасти вашего ребенка. Нет. И еще. Кровотечение было настолько сильным, чтобы спасти вас, мы провели одну операцию. И, к сожалению, вы не сможете иметь больше детей. Простите. Леша! Леша, Ань! Вы слышали? Что? Смотрите. Закончилась история крупнейшего частного завода «Долговита». В тюрьме от инфаркта скончался Михаил Волошин, обвиняемый по делу о производстве и продаже опасных лекарственных препаратов. Михаила Волошина уже окрестили в прессе как фармацевта-убийцу. Ну, фармацевта-убийца, точнее, не придумаешь. Но мы же не думали, что так выйдет. Мы не хотели его смерти. Он получил по заслугам. Перестань, мы на него были злые, но смерти не желали. Ребята, очнитесь. А вы знаете, сколько людей на него подали иски? Сколько смертей на его счету? Ну, как говорится, кесарю кесарево. Ну, это слишком жестоко. Ну, наверняка же у него остались близкие, родные, жена, ребенок. Послушайте, а вы не подумали о тех, кто из-за него потерял своих близких? Ты, например. Тут, кстати, про вас тоже написано. Идите сюда. Разоблачила грязного бизнесмена семья Резниковых. Анна и Алексей вступили в схватку с мощной машиной под названием «Фармакологическая компания». Ну, в общем-то, вы теперь герои. Да, герои на чужой беде. Ладно, хватит чтения. Давай, засучили рукава и за работу у нас тендер скоро. Вот как бывает в жизни, мой любимый. А ведь мы просто хотели быть с тобой счастливыми, а получилось все совсем не так. Но я знаю, кто в этом виноват. И обещаю тебе, они заплатят за все. Ну и где наша палочка-выручалочка тетя Тома? Если она сейчас не придет, мы опоздаем. Тетя Том, ну? Простите, я опоздала. У меня беда, беда у меня в доме. Что? У меня Пашку алкаши какие-то избили. О, Господи, как он? Болит. О, Боже, тише, присядьте. У него рука сломана, ребра, сотрясение мозга. Господи, вот они сплошной сидят. Ой, я думала, он загулял. Ну, у него обычно бывает, ну вы же знаете. А тут меня заводят из больницы. Принеси водички, а? Тише, вы главное не волнуйтесь, Томочка, главное не волнуйтесь. Я к Паше пойду. Да. Ему сейчас уход нужен. Вы меня простите, но я сейчас не смогу с Лизой, с Илюшей. Ну, конечно, вы не переживайте. Главное, чтобы ваш сын был здоров. А для Лизы, для Илюши мы няню найдем. Знаете, я буду вечером приходить. И готовить буду, и убирать. Хорошо, уборка и готовка за вами, а деньгами, если что, мы ей поможем. Спасибо. Я сегодня с нянями проводила собеседование. Троих прислали из агентства. Мне никто не понравился. Ну, позвони в другое агентство. Позвоню, конечно. Леша, а если мы не найдем никого? Ну, мы же не космонавты ищем, а няню. Если не найдем, ничего страшного. Дома посидишь, отдохнешь от работы. Я столько лет отдыхала от работы. Сначала с Лизой, потом с Илюшей. Потом с Танечкой. Я хочу работать. Ну, ты и так работаешь, причем на износ. Тебя дети не видят дома. Ну, они и тебя не видят. Детям нужна мать. А отец им не нужен? Ладно, что мы спорим. Если мы никого не найдем, неужели ты оставишь детей дома и отправишься на работу? Ну, конечно, не оставлю. Поэтому я и переживаю, где бы нам найти няню. Лучшая няня – это мать.
Вот подхалим, а? Вот ты специально это делаешь, да? Не хочешь, чтобы я работала? Не хочу. А знаешь, что это такое? Сидеть дома. Начинаешь тупеть, толстеть, собирать сплетни. В общем, если хочешь, сиди дома сам. А я буду работать. А что ты завелась? Что ты завелась-то? Я же не сказал нет. Ну что, мамочка обещала, что найдет время и научит тебя кататься. Готов? Да. Садись, осторожненько. Толкайся ножкой. Держи равновесие, держи. Ничего страшного, то же самое, что на четырех, только на двух. Держи руль, держи, ты же можешь. Давай, крути педалечки. И смотри вперед, не вниз, не под колеса. Сам? Ну, молодец. Да. Ну, мам! Я бегу, бегу. Да? Лёш, ты мне можешь перезвонить? Мы учимся кататься. А, презентационный альбом, он в ящике там, под ватманом. А, папка с документами. Она знаешь где? Илья! Боже! О, боже мой, ты жив, ты цел? Да. Руки, ты ноги. Ничего у тебя нет, не болит? Я же тебя нет. чуть не сбил. Все хорошо? Да. Сиди потом. Спасибо вам огромное, вы мне сына спасли. Просим я так испугалась, когда увидела эту машину, хоть бы скорость бы снизил. Да я сама виновата, я заболталась с мужем. Мама, эта тетя бросилась под машину и схватила меня. Дети не знают страха, поэтому не могут реально оценить угрозу. Да. А у вас тоже детки? Своих нет, только чужие. В смысле? Я работаю няней. Правда? Угу. А я как раз ищу няню вот для этого спринтера. Да вы что? Да, и у нас еще старшая есть, ей 15, и за ней, знаете, иногда нужно смотреть даже посерьезнее, чем за маленьким. Ну да, недаром же говорят, что когда детки маленькие, они не дают спать, а когда вырастают, от них не уснешь. Да. Скажите, пожалуйста, а у вас сейчас есть работа? Нет, я недавно приехала только в этот город и еще пока не устроилась. Правда? А может быть, вы придете к нам на собеседование? А? Да. А вы ищете приходящую няню или с проживанием? Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы няня всегда была рядом с детками. Мы часто с мужем задерживаемся на работе. Но это так сложно найти. Я понимаю, что у всех своя жизнь, свои дела, семья, все спешат домой. Ну да, у меня-то родных нет никого, поэтому мне спешить некуда. Так что мне ваш вариант очень даже подходит. Серьезно? Да. Ой, я не представилась. Меня зовут Анна. Элла. Очень приятно. А... Элла, в нашей гостевой комнате, я думаю, вам будет очень удобно, там есть все необходимое. Угу. А дом наш находится вон там, в конце улицы. Ага. Приходите сегодня часиков 8, как раз муж придет с работы. Ну, договорились. Ну что, Илюш, увидимся вечером. А откуда вы знаете, как его зовут? Так вы же сами его называли. Правда? О, боже, я совсем уже не соображаю. Ну, еще раз спасибо вам огромное, что спасли мне сына. Спасибо. Не выезжай больше на проезжую часть. Ага. Поехали. Тогда мы ждем вас. До вечера. Она мне так понравилась. Скромная, интеллигентная, одета со вкусом. Ну вот, мам, ну вот зачем мне нянька? Пусть только за Илюшей смотрит. Мне так будет спокойней. А мне не будет. Ну хорошо, давай в крайнем случае я за Илюшей посмотрю. По-моему, мы это уже проходили. Ты помнишь, как мы оставили тебя с Илюшей, а ты бросила его и ушла с подружками? Доченька, мы были очень удивлены, когда нашли твоего брата привязанным к столу за ногу. Слушай, ну я тогда маленькой была. Я боялась, что он сбежит. Где бы я его потом искала? Я тебе открою один секрет. Ты сейчас не очень большая. А вот и она. Нянечка пришла. Добрый вечер. Семья, познакомьтесь. Это Элла. Здравствуйте. Добрый вечер. Мой муж Алексей. Элла. Алексей, очень приятно. Вот это моя дочь Лиза. Я даже не знала, что ты такая взрослая и красивая девушка. Ну, а этого мальчугана я уже знаю. Привет. Привет. Я принесла тебе подарок. Подарок. Держи. Вау, круто! Илюша, ну что это за слова? Вау, круто! А что это такое?
Элла, спасибо. Вот такой сигнал точно все услышат. Да? Здорово, спасибо. Молодец, ты очень хорошо воспитан. Ну, боюсь, это не совсем так, но мы обязательно это исправим, Элла, с вашей, надеюсь, помощью. Лиза, извини, что я тебе ничего не принесла. Если честно, просто побоялась не угодить твоему вкусу. Ведь ты уже такая взрослая девушка. А ты все маленькая да маленькая. Но для мамы ты всегда останешься ребенком. Угу. Вот как приятно, Элла, когда тебя понимают. Ну что, друзья мои, давайте к столу, да? Прошу вас, Элла, проходите. Пойдем, пошли. Пап. Анна Николаевна, ну давайте я вам помогу. Ой, ну что вы, Элла, мы сами. Да? Ну, конечно, у вас вон Лиза какая помощница. Ой, спасибо. Вообще-то Лиза себя не очень утруждает, но сегодня она просто в ударе. Это явно из-за вас, вы ей нравитесь. Правда? Ну ладно, мамочка, я пошла. Спокойной ночи. До свидания, Элла. До встречи, Лиз. Пока. Ну вот, Элла, вы познакомились с нашей семьей. Еще и шофер Володя, но он здесь не живет. Угу. И Тамара Андреевна, она приходит убирать, готовить, так что вам этого делать не придется. Угу. Вот еще один обитатель нашего дома. Зольда. Зольда. Ну, простите ее, пожалуйста. Леш. Ну прекрати, пожалуйста, что ты нас позоришь. Сейчас я отнесу ее детям, сейчас. Так, Зольда, пойдем со мной. Скажите, у вас большой опыт работы? Почти 15 лет. 15 лет. Семья? Был муж, но он умер. Я одна. Простите. Да ничего. Я поэтому и переехала в другой город, потому что не могла жить там, где мне все о нем напоминало. Я вас прекрасно понимаю. Аня тоже недавно потеряла младшую сестру. Соболезную. И, конечно, мне хотелось бы как можно быстрее приступить к работе. Так вы согласны? Подожди, мы еще не договорили. Мне бы хотелось взглянуть на ваши документы и, может, рекомендации какие-то есть. А, да, конечно. Леш, вот паспорт, пожалуйста. А других документов у меня, к сожалению, нет. Дело в том, что в городе, где я жила, меня все знали, и рекомендации были не нужны. Вы нас тоже правильно поймите. В первый раз вас видим. Ну да, конечно, я вас понимаю. Извините, пожалуйста, я пойду. Подождите, Элла, послушайте. У меня есть предложение. Давай Элла поживет у нас недельку, и мы поймем, подходим мы друг другу или нет. Ну, если, конечно, мой дорогой муж не хочет сам сидеть дома и следить за детьми. Я обещаю. Я сделаю все, что должна. Для ваших детей. Томочка, а что это вы здесь? Вы же хотели быть в больнице у сына. Да вот, забежала завтрак приготовить. Очень беспокоюсь, как вы тут без меня справляетесь-то? Доброе утро. Кстати, познакомьтесь, это Элла, наша новая няня, а это наша Тамара Андреевна. Здравствуйте. Мне говорили, вы прекрасно готовите. Да нет, готовлю я совершенно обычно. Это просто нас Анечка и Алексей такие непривередливые. Всем здрасте. Здравствуй, Володя. Здравствуй. Здрасте, Анна Николаевна. Здрасте. Вы сегодня на работу или... На работу. У меня же появилась замечательная помощница. Это Элла, наша новая няня. А это Володя, наш водитель. Элла, очень приятно. Володя, я буду готова минут через 10. Хорошо, я тогда здесь подожду. Угу. Володь, может, кофе? Да не откажусь. Вау! Слушай, как здорово у тебя получается, а? Какой ты молодец! Наверное, трудно? А? Нет, это классно. Хотите попробовать? Давай. Только я боюсь, у меня не получится. Можешь мне показать? Конечно. Давай. Вот этот для подъема вверх. Угу. Это поворот налево-направо.
Это отпускать. Понятно. Ну, давай я попробую, да. Посмотрим, получится у меня или нет. Опускайте! Опускайте! Ну вот, я же говорила, у меня ничего не получится. Не то, что ты, Илюш. Молодец. Вот я еще раз покажу. На. Давай, покажи. Убери эту дрянь, я ее сейчас выкину. Какая злюка. Мы приехали. Она всегда такая. Да. Мама, папа, я тетю Эллу научил вертолет запускать. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы здесь? Хорошо. Привет. Привет. Днем занимались уроками. Я с тетей Эллой английский начал учить. Серьезно? Do you speak English? Yes, of course. Да, с Лизочкой тоже сделали домашнее задание. Написали реферат по истории, сделали геометрию. Потом я постирала детские вещи, погладила, убралась тут немножко и приготовила вам ужин. Подождите, а почему вы это делали, а не Тамара Андреевна? Она... А у нее что-то там с сыном случилось. Она в больнице, попросила ее подменить. Когда же вы все успели, Элла? С такими золотыми детьми. Да вы что, это ж никаких проблем. Они же просто чудо. Да, чудо. Ну все, пока. Пока. Ну что, поедем? Мам! А. Я реферат забыла. Ну и что, завтра привезешь? Мне двойку поставят, ты просто нашу историчку не знаешь. Каким у тебя уроком история? Третьим. Хорошо, сейчас Володя нас отвезет и съездит за твоим рефератом. Ага, ладно. Что сказать надо, ладно? Типа спасибо. Совсем обнаглела. Что будем делать? Давай, я тебе принесу сейчас ноутбук, и ты пойдешь в свою комнату и поиграешь там в какую-нибудь компьютерную игру, а я буду прибираться. Мне мама не разрешает играть в компьютерные игры. Но ты ведь хочешь? Да. А тогда давай мы с тобой маме об этом ничего не скажем. Это будет наш с тобой маленький секрет. Договорились? Да. Сегодня она опять докапывалась до меня. Ненавижу Веронику, гадина. О! А вы почему здесь? Я... Лиза, она же забыла реферат по истории. Я вот думала, как ей его передать. Я передам, меня как раз за ним и послали. Ну вот и хорошо. Элла, а вы не хотели бы сегодня сходить в кино? Володя, вы не обижайтесь, пожалуйста, но мне сейчас совсем не до личной жизни.
Я бы хотела все свое свободное время посвятить этой семье. Понял. Извините. Илюша, ты помнишь про ноутбук ни слова? Да. Я зайду? Что случилось? Учителю не понравился реферат, который мы написали? Понравился. Тогда почему-то расстроена. Я поняла. Ну давай, рассказывай. Кто там к тебе пристает в школе? С чего вы решили, что ко мне кто-то пристает? Ну, потому что я тоже училась в школе. И у меня были кошмарные одноклассники, которые ко мне приставали. И что? В один прекрасный момент мне это надоело, и я решила им дать отпор. Как? А я сделала так, что они навсегда пожалели о том, что они сделали. Мама говорит, что силой делу не поможешь. Не силой, а умом. У тебя же голова на плечах не просто так. Ну давай, рассказывай, что там у тебя, а я подскажу, что тебе делать. Ну ладно. Короче, в моем классе есть девочка Вероника, еще две ее подруги. Она считает себя самой красивой и крутой девочкой в классе. Угу. А тот, кто ей не подчиняется, над теми она просто издевается и изводит их. Поссорю с подругами? Вряд ли это получится. Она самая популярная девочка в школе. У нее такие роскошные волосы, я вообще не понимаю, почему она их постоянно под шляпу прячет. А у вас что, разрешают носить шляпы? Она снимает на урок. Ну тогда в следующий раз, когда она это сделает, подложи ей какую-нибудь жвачку или еще что-нибудь. Я не могу этого сделать. А, ну тогда терпи унижение. Какие унижения? И кто терпит? Никто и никакие. Ну, я же слышала. Ну, значит, вам надо проверить слух. Ты почему грубишь? Отстаньте, пожалуйста. Что вообще происходит? Почему Лиза так разговаривает? И где Илюша? Илья был наверху. Наверху его нет. Элла, а почему вы не следите за ребенком? Я от вас такого не ожидала. Что с ним может случиться дома? Да, старость не радость. Анюш, посмотри, пожалуйста, размер помещений. Слушайте, ребят, я не понимаю, а? Ну вот я одинокий человек, пока. Ну а вы-то чего допоздна сидите? Вы за детей не боитесь? Ладно, а у нас сейчас есть круглосуточная няня. Как это? Живет с нами, так что мы за своих детей спокойны. Вот здесь посмотри. Симпатичная. А знаете, мне ведь тоже не помешала бы няня. Вот-вот. У него все мысли только о женщине. Послушай, Анечка, ты не боишься, что ваша чудо-няня уведет Лёшку из семьи? Такое бывает, я знаю. Игорёш, ты это, с больной головы на здоровье не вали, ладно? Во-первых, я уверена в Лёшке. Во-вторых, наша Элла скромная и порядочная. У Анечки все скромные и порядочные. Она когда принимала на работу, даже документы не посмотрела. Вот здесь посмотри, пожалуйста, пожалуйста, я тебя прошу. Аня! Ну, я тебя прошу. Слушай, Аня. Это же чужой человек, на которого ты, между прочим, оставляешь своих детей. Да ты не представляешь, как нам с ней повезло. Мы вчера приходим домой, у нас дома все постирано, поглажено, убрано. Покушать приготовлено, с Илюшей погуляла, с Лизой уроки сделала, дети от нее в полном восторге. Даже Лизка привереда? Слова дурного про Эллу не сказала.
что само по себе, понимаешь, да? Удивительно. Ну да. Это о многом говорит. Ну что ж, ладно, я тогда жду приглашения. Хочу посмотреть на это чудо света. Не света, а Элла. Там разберемся. Тетя Тома сказала, что ты нагрубила. Это правда? Мам, ну а зачем она ко мне лезет? Она нам вообще чужой человек. Тетя Тома нам не чужая. Мам, пусть она больше к нам не приходит. Готовить тело может, она уже это делала. Просто ей надо побольше платить, вот и все. Так, давай ты не будешь вмешиваться в дела взрослых, ладно? Присутствие тети Томы не обсуждается. Особенно с тобой. Пусть она меня не трогает. Я что, плохо учусь? Я наркоманка или что? Нет, ты у нас умница. Я просто прошу, чтобы меня не трогали. Хорошо, я с ней поговорю. Кстати, я ей не заплатила. Подожди. Так, Не, ну полный отстой. Училка заболела, а мы даже уйти не можем. Не хочу я идти на следующий урок. Ну и что ты предлагаешь? Слинять кино. Боюсь, не все согласятся прогуливать уроки. Вдруг мама заругает. Что смеетесь? Не расскажете? Да рассказывать особо нечего, Никит. Вот думали с уроков сбежать, но, боюсь, некоторым совесть не позволит. Или же мамочка. Никит, а сделай-ка лучше мне фотосессию, раз уж сбежать не вариант. Катька, пойдем с нами? Ну, пойдем. Никит, сделаешь мне фотографию в полный рост? Я повешу ее на стенку у себя дома. Цветную или черно-белую? Лучше цветную. Все так смеялись, даже Никита. А что теперь будет? Послушай, Вероника получила по заслугам. И тебе теперь нужно закрепить свой успех. Понимаешь? В смысле? Ну, надо продолжать завоевывать авторитет. И как? А давай мы с тобой закатим вечеринку прямо здесь, дома. Такую, чтобы вся школа про нее говорила. Но как? Предоставь это мне. Только уговор. Про вечеринку и про советы, которые я тебе даю, родителям ни слова. Договорились? Ну, конечно, я же не маленькая. Правда, на вечеринку нужны деньги. А у меня с этим проблема. Я видела код от сейфа. Дата рождения моего папы. Там много. Если мы чуть-чуть возьмем, родители даже не заметят. Ну, тогда мы с тобой такую вечеринку закатим. Ты серьезно? Все забудут.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я Игорь, друг и коллега Анны и Алексея. А вы Элла. Да. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вот решил нанести неожиданный визит друзьям. О, Соня Доро. А, вы определили Соню Доро по упаковке? А? А? Нет, вот ценник увидела. А. У меня просто зрение хорошее. Здорово. Игорь, а что это ты здесь делаешь? А, привет. Ну, я решил вас не предупреждать, явился внезапно. Это тебе. И заодно познакомиться с вашей няней. Спасибо за мои любимые цветы. Я знаю. Не понял. А? Даже дома от тебя спасения нет. Здорово. Привет. Вот. Пришел не с пустыми руками. А, не разоришься? Ну, для друзей мне ничего не жалко. Да ладно, проходи, раз пришел. Проходи, друг. Спасибо. Я ничего не стала. Ну, спасибо, ребят, что накормили. Да это Элла благодари, она готовила. Очень вкусно. Вы знаете, в моей холостяцкой берлоге только полуфабрикаты. А можно я вас займу Эллу? Игорёш, Эллу мы тебе не отдадим. Жадины, жадины. Кстати, хотела вам рассказать. Я сегодня видела одну очень странную вещь. Я была у сестры на кладбище и совершенно случайно наткнулась на могилу того фармацевта, из-за которого Таня умерла. О, господи, боже мой. Ой, извините, пожалуйста. Помочь? Нет, нет, я... Вы не обожглись, Элла? Я сейчас все уберу, мне переодеться просто надо. Откуда она здесь? Это могила в нашем городе. И знаете, что самое удивительное? Она вся усыпана свежими цветами. А вы давно знакомы с Игорем? Давно. Еще до того, как встретила Алексея. У нас даже был мимолетный роман. Но, правда, мы быстро поняли, что кроме дружбы нас ничего связывать не может. Лёшка знает эту историю. Ревнует. Это так мило, так смешно. Как интересно, да. О, как хорошо, что вечер. Я сегодня так устала. Да вы бы съездили куда-нибудь отдохнуть, хотя бы на выходные. А дети? Ну, я с ними посижу. В конце концов, я же здесь для этого. Да, мысли хорошие. Еще бы Лешку уговорить. А вы поговорите с ним. А я подберу вам несколько тематических вариантов. Элла, спасибо вам большое. Вы точно справитесь? Может, попросить Володю или тетю Тому вам помочь? Нет, ну что вы, не переживайте. Пусть они тоже отдохнут. Тогда в следующие выходные отдохнете вы. Да я не устаю. А сумку я поставлю в багажник. Хорошо. Я пойду потороплю Алексея. Угу. Пошла отсюда. Красотка. Спасибо, дорогая. Ножки. Сынуль, давай, за старшего. Папа. Шучу. Эл, а вдруг Илюша расскажет родителям про вечеринку? Не бойся. Твой брат набегался и спит в гараже на диване. Он там ничего не услышит. Зольду я тоже заперла. Юлай у меня вот уже где сидит. Боже, что я делаю? Если мама узнает, она меня убьет. Слушай, твои родители поехали развлекаться. Я думаю, что ты тоже заслужила этот отдых. Вино,
Эл, ты чё? Лиз, ну мы же с тобой договаривались. Это будет наш секрет. Нет, ну ты хочешь, чтобы у тебя была вечеринка, о которой говорила бы вся школа? Хочу. Ну тогда придется рискнуть. Тебя ж засмеют, если у тебя на столе будет одна газировка. Ну иди, переоденься. А что мне одеть-то? Послушай, у твоей мамы в шкафу есть одно очень классное бежевое платье. Я думаю, оно тебе подойдет. Опа! Прошу. Как красиво. Слушай, Элла выбрала замечательную гостиницу. Да, молодец. Опа. Я пойду в ванну посмотрю. Посмотри в ванну. Интересно. Так. Вот, ну и так, короче, получилось, что мы там куда-то пошли, в общем, вот. Увидимся в следующий раз. Какая разница? Пашка, Алиска молодец. Да, прикольно. Такую вечеринку устроила. Ты Никита, я не ошиблась? Как вы узнали? Лиза много о тебе рассказывает. Ты ей очень нравишься. Она считает тебя самым красивым и умным мальчиком в школе. А еще очень сексуальным. А это важно. А вас как зовут? Мое имя тебе знать не обязательно. Ну что ты дергаешься постоянно? Это не булавки, Коль, это пусть платье испортит. Да у тебя все хорошо, ты прекрасно выглядишь. Между прочим, вон тот мальчик давно на тебя смотрит. Ну как вам вечеринка? Да. Да нет. Нет, я прекратила все какие-либо отношения. Привет, девчонки. После. Привет. Классный у тебя дом. И вечеринка классная. Спасибо. Может, потанцуем? Давай. Может, вам вина? Спасибо. Как у вас дела, девочки? Хорошо. А здесь есть гидромассаж. Хочешь, вместе пойдем? Я шампанское прихватила. Это тоже ты прихватила? А что это? Это нижнее белье и очень вызывающее. Может, тебе записка что-то объяснит? Моей любимой? Лёшка, это ты купил, теперь меня разыгрываешь? Может, ты меня разыгрываешь, а? Ну, я правда не знаю, как это оказалось у нас в сумке. И что, никаких предположений? Нет, ну хочешь, позвоним домой, выясним. Давай, звони домой, выясняй. У меня, когда родители уедут, я тоже такую вечеринку устрою. Обязательно. Да, это я положила коробку. Она лежала на крыльце, я подумала, вы ее забыли. А что, я сделала что-то не так? Нет, нет, ничего страшного. Да-да, спасибо. Элла сказала, что коробка лежала на пороге. Она решила, что мы забыли, и положила в сумку. Почему нижнее белье лежит у нас на пороге? Еще с запиской моей любимой. Ну, я не знаю. Слушай, ну приедем домой и выясним. Поехали домой. Что, прямо сейчас, что ли? Прямо сейчас. Ну, может быть, мы хотя бы до завтра здесь останемся? Давай до завтра. Давай до завтра останемся. Принеси мне пиво. Надеюсь, в этом номере оно в неограниченном количестве. А ты молодец! Да, я даже не ожидал, что у тебя такая вечеринка может классная быть.
Мне все очень нравится. Молодой человек, разрешите, я украду вашу девушку на минутку? Ну как он тебе? Если хочешь, можешь пойти с Никитой в свою комнату. Нет, я не хочу и не могу. Ну что ты боишься, дурочка? Ну, если он тебе нравится, тебе надо закрепить свой успех. Между прочим, Ромео и Джульетте было по 14 лет. Я знаю, чем это для них закончилось. Ну и что? Нет. Извините. О, господи, мамино платье! Она же меня убьет! Да ладно, не переживай ты так. Пойдем застираем. Мне конец. Я знаю, что мы с тобой сделаем. Давай мы его порвем, а маме скажем, что это Зольда сделала. М? Нет, ну другого выхода нет, дорогая. Ну хорошо. Давай, иди к гостям. Здравствуйте, а почему вы так рано? Мы вас ждали только завтра. Да Леша так расстроился из-за этой коробки. Вы простите, пожалуйста, я не знала, что это не ваше. Да вы-то здесь при чем? Откуда она вообще появилась? Кто ее в дом принес и зачем? Я так ждала этих выходных, и все к чертям собачьим. Кажется, я знаю, как помириться с Алексеем. Я надену его любимое платье и вытащу его в ресторан. Против этого он не устоит. Сейчас я принесу и покажу платье. Анна Николаевна, извините, я забыла вам сказать. Ой. Элла, что это такое? Ну вот я как раз хотела вам сказать и забыла. Ваше платье упало с вешалки, а Зольда его порвала. Извините, я не уследила. Но Зольда раньше никогда не рвала вещи. Я пыталась ее остановить, она меня укусила. Лиза видела. Укусила вас? Вы показали руку врачу? Да ничего страшного, ладно. Господи, простите, я правда, я не понимаю, что с ней происходит. Вы знаете, мне кажется, я не нравлюсь вашей собаке. Я, если честно, вообще собак боюсь. Вот Зольда, вот она все время рычит на меня, вчера укусила. А вдруг она завтра кого-нибудь укусит из детей? Простите, что так вышло. Я подумаю, что с этим можно сделать. Может быть, не зря наша Зольда Элту эту не взлюбила. Вы уж присмотритесь к ней. Вы о чем? Да о том. С появлением этой Эллы все в доме кувырком. Дети, как с цепи сорвались, огрызаются, хамят. Я думаю, вы преувеличиваете. Да, к сожалению, нет. Вы, конечно, можете мне не верить. Но потом не говорите, что я вас не предупреждала. Зольда, идем. Элла, у вас все нормально? Спасибо, Володя, у меня все хорошо. Спасибо. Алексей Юрьевич,
Мне очень неловко вам об этом говорить, но у меня есть к вам одна просьба. Да, я слушаю. Вы не могли бы поговорить с Володей? Дело в том, что он ко мне пристает. Но это, наверное, потому что вы ему очень нравитесь. Алексей Юрьевич, у меня принцип, на работе никаких личных отношений. Хорошо, Элла, я с ним поговорю. Спасибо вам. Я подойду. Алло? Алло? Кто это? Я вас слушаю. Алло. Очень странно. Который день уже звонят и молчат. Кстати, хотела вас спросить, как поживает ваш приятель Игорь? Игорь? Он сейчас в командировке. А почему вы спрашиваете? Да так, просто вспомнила. Он в прошлый раз так неожиданно здесь появился. Доброе утро. Я не опоздала? Утро доброе. Нет, Элла нас уже покормила, по крайней мере, меня. Да, правда? Доброе утро. Да. Я просто не знала, что вы придете. Элла, спасибо. Ну, я ведь всегда в это время прихожу. Алексей Юрьевич. Да. Вы меня извините, я хотела с вами поговорить. Алексей Юрьевич, мне очень неудобно. Вы для нас и так много сделали. Но я бы хотела еще попросить у вас денег для Паши. Да, конечно. Только я должен знать, на что. МРТ, обследование палаты все платила, а остальное вроде бы бесплатно. Да, но Паша хотел еще походить на грязевые ванны и массаж. На грязевые ванны? Да я бы сам с удовольствием походил на грязевые ванны. Вы поймите меня правильно, если бы деньги потребовались на операцию или что-то серьезное, тогда да. А так, на эти глупости, Тамара Андреевна, извините, нет. Извините. Алексей Юрьевич, Анна Николаевна. Это, конечно, не мое дело, но мне кажется, Элла еще та выдумщица. Что ты хочешь сказать? Ну, например, она сказала, что ее собака укусила, а на руке шрама нет. Я видел. Но Лиза то же самое говорит, она тоже выдумщица. Ну, может быть, Элла Лизу подговорила. Она же ей все разрешает. Краситься в школу, грубить теть Томе. А еще я видел, что Илюшка в компьютер играет, в стрелялки. Хотя вы ему запретили. Ладно, хватит. Володь, ты не любишь Эллу, и я знаю почему. Это почему? Ты ухлёстывал за ней, и она отвергла твои ухаживания. Ты решил с ней поквитаться. Она меня просила с тобой поговорить. Да не было такого, врет она все. В общем, ты разберись в своих отношениях с Эллой и не впутывай нашу семью. У нас и так забот достаточно. Мы сегодня с Никитой в парк гулять идем. Угу. Только не могу пойти в нормальной одежде. Родители увидят, сразу все поймут. Ну так возьми ее с собой, там переоденешься. А, да, ну... точно. А что ты там прячешь? Ничего. Вы почему ей все позволяете? Алексей узнает, он выгонит вас из дома. Отстаньте от нее, она тут ни при чем. Узнает о чем? Я все равно докажу, что ты не та, за кого ты себя выдаешь.
Иди в школу, я тебе вещи туда принесу. Чем это так запах? Пахнет? Горелым пахнет. Горелым пахнет. Ой, а где Илья? Я выпила чаю и уснула. Я не знаю, он целый был. Черт. Черт. Илья! Мама, привет! Элла, а где вы были? Мы гуляли. А, гуляли. А что-то у вас паленым как-то пахнет. Кто-то утюг забыл выключить? Неужели это я? Все, я уже выключил. Батюшки, да что ж со мной сегодня такое? А еще утром каша приварила. Да, еще и каша. С тетей Томой тяжело в последнее время. Эти проблемы с сыном... Может, Элла сама управится? Это я виноват, что расстроил тетю Тому. Чем? Отказался оплачивать массаж ее сына. Завтра извинюсь и дам денег этому оболтусу. Ладно. Спать? Ань, подойди, пожалуйста, сюда. Да, Леш. Ань, ты деньги из сейфа не брала? Нет, а что случилось? Одной пачки не хватает. Не знаю. Элла, можно вас на секунду? Доброе утро. Да, доброе. Элла, у нас деньги из сейфа пропали. Вы, может быть, случайно видели, кто это? Вы думаете, что это я взяла? Нет, мы ничего такого не думаем, мы просто спрашиваем. Не знаю, я видела, тетя Тома на кухне пересчитывала крупную сумму денег, но я решила, что это вы ей дали на продукты. Нет, она могла видеть код сейфа, я 100 раз при ней открывала. А зачем? Зарплату выдавала. Лёш. Лёша. Ой, Лёшенька, как хорошо. А я к Паше собралась. Тамара Андреевна, вы взяли из сейфа деньги? Я? Да Господь с вами, я не брала. Ой, извините, я нечаянно. Это не я. Я вам клянусь, я не брала. Это все она. А она мне их подложила. Она меня хочет из дома выжить. Мне-то это зачем? Да ты же всех ненавидишь! Ты же меня ненавидишь! Пожалуйста, не кричите, вы напугаете детей. Анечка, Леша, это не Тамара я. Тамара Андреевна, мы в полицию заявлять не будем. Но я хочу, чтобы вы покинули этот дом. Ha 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 ha!